Добрый день! Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня на проект «ТВ Шанс» к нам пришла очаровательная, талантливая Лора Камбо. Лора, здравствуйте! Добрый вечер! Мы очень рады снова вас увидеть на нашей концертной площадке. Как ваши дела? Ну как, сегодня я буду петь кавер, вот, глюкозы, фэншуй. Да, я слышала немножко, да, я слышала. Это здорово, спасибо, это прекрасная песня. Скажите, пожалуйста, какие у вас сейчас творческие планы? Ну, творческих планов много, как бы о них не сказали, но работаем, учим новые песни, ну и все в таком духе. Ой, здорово, Лора. Что бы вы пожелали всем участникам, кто выходит на сцену? Ну, пусть развиваются, поют, танцуют, веселят публику. Да, это очень важно для артиста. Лора, а скажите, пожалуйста, какое-нибудь поздравление с Днем России? А, ну и, конечно же, да, всех россиян, и не только россиян, с Днем России, вот, процветания, всего хорошего. Самое главное, спасибо огромное, мы тоже вам желаем отличного настроения и замечательных выступлений. Благодарим.